По поводу инцидента проникновения детей на объект, объясняем следующее, что у нас подрядная организация для продолжения коммуникаций на территорию. Временно была открыта часть забора, через которую проникали дети, и попались они на территорию объекта в воскресный день. Но наша охрана постоянно, и без этого раньше тоже получалось, что они пролезали через забор, почему-то тянутся к объекту. Но сейчас в данное время коммуникация проложена, восстанавливается забор, и строго-настрого предупреждены охрана, чтобы дальнейшего таких инцидентов не повторялось.